Я вот сейчас из Новосибирска приехал, встретился с прокурором области Хорошев Яков Евгеньевич, это мой шеф, он меня на работу принимал. Вот он вообще, он какой-то колдун. Я всегда поражался. Он вот возьмет 5-6-тонное дело, руку сверху положит. Потом 10 минут материалы посмотрит и перечисляют обалдевшему следователю, который сидит, стоит на ковре, все нарушения закона и всю судебную перспективу. И выписывает 221. Ну вот такой специалист, да? Они еще есть такие, они еще остались, но их мало и все меньше и меньше.